Рост числа заболевших по Копейскому городскому округу начался в конце января. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день 1364 копейчанина обратились в больницы. Общий прирост за последнюю неделю составил 12%. Чаще и сильнее болеют дошколята и школьники. Решением штаба от 28 числа с 29 введен карантин по лечебно-профилактическим учреждениям по всем. На завтра будет штаб, и там мы уже примем решение о приостановке учебного процесса. Будем или не будем приостанавливать учебный процесс в школах. По состоянию на 2 февраля на карантин в городе закрыто порядка 35 классов. 8 в школе номер 1, по несколько классов в 42 и 2 школах, а также в других образовательных учреждениях. Перед началом эпидемии были полностью закончены заблаговременно весь план выполнен, вернее, по вакцинации против гриппа. Более чем 29% жителей Копейского городского округа были привиты против гриппа. Актуальные на данный момент штаммы. Диагноз гриппа ставлен пока только одному человеку, взрослый, в легкой степени тяжести. Вот. Госпитализированных пока не было.